радио на русском. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Нет, 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 я хочу играть. Я совсем не хочу в кровать. Вы посмотрите, бравый я моряк. Все друзья со мной хороший, это знак. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Нет, 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 я хочу играть. Я совсем не хочу в кровать. Да, я король, правлю тут я сам. Вот королевство Ба-ба-бан. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Играть. Я совсем не хочу в кровать. Гонки у нас, мы едем всех быстрей. Я жму на газ, ты тоже будь смелей. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Нет, 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 я хочу играть. Я совсем не хочу в кровать. Мы теперь акулы под водой. Не скучай, давай плыви со мной. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Нет, нет, хочу в кровать. Космонавты взлетели высоко. Пока ты ребенок, это слишком далеко. Малыш Саша, скорее засыпай, свои глазки закрывай. Доброе утро, малыш Саша. Надо лицо нам умывать, умывать, умывать. Надо лицо нам умывать рано-рано утром. Умывайся! Да, да, да! Хе-хе-хе-хе-хе-хе!
Зубки почистим мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой. Зубки почистим мы с тобой рано-рано утром. Зубки чистим! Да, да, да! Волосы надо расчесать, расчесать, расчесать. Волосы надо расчесать рано-рано утром. Расчесаться! Да, да, да! И одеваться надо нам, и одеваться надо нам рано-рано утром. Дружно мы в школу собрались, собрались, собрались. В школу мы вместе вновь идем рано-рано утром. Пока! Пока! Мой малыш, посмотри, прекрасный день. Вместе мы с тобой здесь. Пора поесть. Завтракать нужно нам всем, всем, всем. Нет, 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 сейчас печенье съем. Если б делать я мог то, что хотел, то печенье я всегда бы ел. Тот, кто завтрак ест, растет большим всегда. Вкусная, полезная твоя еда. О! Мой малыш, одеваться нам пора. День прекрасный, смотри, нас ждет игра. Ботинки эти, мой малыш, лишь для больших. Почему хочу надеть я их? О! Папины ботинки я хочу носить. И большим, и взрослым быть. Чтоб легко тебе ходить без помех. Твои ботиночки красивей всех. Посмотри, полезная и вкусная еда. Для тебя готовлю я ее всегда. Мой малыш, это дело не для тебя. Почему достану все сейчас я? Готовить я хочу, как ты. Я словно большой готовить буду с тобой. Мой малыш, совсем мал ты еще. Вот поиграй, все будет хорошо. Искупаться, мой малыш, пора сейчас. Будут появляться пузырьки у нас. Милый мой, давай тебе я помогу. Нет, 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 все сделать сам я смогу. Я хочу мыться, самым взрослым быть. Веселиться и купаться любить. А пока можешь ты поиграть. Вот, держи, и не надо скучать. О, ух ты! Ух ты! Малыш, поздно так, пора нам спать. Ну а завтра опять сможем мы поиграть. Милый мой, спать пора и сны смотреть. Ну почему?
почему хочу я здесь сидеть? Я хочу быть большим и все успеть. И телевизор сейчас смотреть. Мой малыш, я хочу тебе сказать. Книжка у нас есть, чтобы прочитать. Жил-был большой динозавр, который хотел поиграть со своими друзьями. У него был длинный хвост и большие глаза. Ты это видишь, малыш Саша? Давай сделаем что-нибудь еще. О, мы можем сделать много разных вещей. Покажу игру сейчас. Возьмем бумагу мы в этот раз. Самолетик красивый я сделаю для тебя. Покажу игру сейчас. Возьмем бумагу мы в этот раз. Самолетик красивый я сделаю для тебя. Какой красивый самолетик! Отлично, ребята! Вверх, вверх! Пора запускать самолетики! Теперь твоя очередь, малыш Саша! Ты самолетик запустил, чтобы он в небе теперь парил. Сделай в воздухе ты зигзаг, мы теперь можем так. Ты самолетик запустил, чтобы он в небе теперь парил. Сделай в воздухе ты зигзаг, мы теперь можем так. Смотри, малыш Саша, это облако выглядит как поезд. Чух-чух! Вкусно! Вкусно! Ух ты! Эй! Ух ты! Смотри, что мы увидим в небесах. Вот кораблик тут в облаках. Покатаемся сейчас. Все это здесь для нас. Что мы увидим в небесах? Вот кораблик тут в облаках. Покатаемся сейчас. Все это здесь для нас. У меня есть отличная идея, малыш Саша. Ух ты! Вот по морю поплывем мы. Капитаном будешь ты. Много мыльных пузырей очистит все скорей. Вот по морю поплывем мы. Капитаном будешь ты. Много мыльных пузырей очистит все скорей. Куда мы направляемся, капитан? Уточка! Жду твою команду, капитан. Рыбки! Ух ты! Может, мы даже увидим кита? О! Искупались мы с тобой. Песню спой сейчас со мной. И пижамку надевай. Радостно засыпай. Всем понравилась игра, засыпать уже пора. Завтра сможем мы опять весело поиграть. Доброй ночи, малыш Саша. О! Пилот, ты готов? Как любим прыгать мы и скакать. На кровати так хотим играть. Прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. Но упасть так легко.
Если прыгать высоко, вам совет хочу я дать. На кровати не скакать, будьте осторожны, чтобы не упасть. Супер-девочка здесь! Смотри, чудище! Достанем его! Да! Любим прыгать мы и скакать. На диване так хотим играть. Прыг, прыг, прыг! Прыг, прыг, прыг! Но упасть так легко, если прыгать высоко. Вам совет хочу я дать. На диване не скакать, будьте осторожны, чтобы не упасть. Вы готовы? Да! Как любим прыгать мы и скакать, и на стульях так хотим играть. Прыг, 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 прыг! Но упасть так легко, если прыгать высоко. Можете опять играть, но на стульях не скакать. Можно ушибиться, если вдруг упасть. Йо-хо, пираты! Я вижу сокровище! Достанем его! Йо-хо! Как любим прыгать мы и скакать, и на лестнице хотим играть. Прыг, прыг, прыг! Прыг, прыг, прыг! Не секрет для ребят, на лестнице играть никому нельзя. Если кто-то упал, то как же быть? Надо в скорую звонить. Лестница, ребята, место не для игр. У меня есть идея. Давайте, ребята, пора прыгать. Как любим прыгать мы и скакать, на батуте так хотим играть. Прыг, 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 прыг! Да! Дружно все на батут, точно безопасно будет тут. Всем пора начинать. Можно прыгать и скакать, даже мама с папой здесь хотят играть. О, нет, нет, милый, ты испачкался, нужно помыться. Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Вода, хорошо в ней всегда. Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Мама, мама, нет, я мыться не хочу. Ага. Капитан, лодочку тебе отдам. Теплая, приятная вода, хорошо в ней всегда. Нет, 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 я мыться не хочу. Нет, 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 я вовсе не шучу. Не
Волнуйся, такое происходит с каждым. И каешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты и каешь, ты и каешь, ты и каешь, но это все пройдет. Давай попробуем попить воды, милый. Все еще икаешь, малыш Саша? Ик! О, нет, вода не сработала. Ты икаешь, малыш Саша? Ик! Похоже, что да. Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь, ты икаешь, ты икаешь, но это все пройдет. Я знаю отличный способ заставить икоту уйти. Глубоко вдохни и задержи дыхание. Икота прошла, малыш? О, ты икаешь, малыш Саша? Мы тебе поможем. Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты все пройдет. Если хочешь избавиться от икоты, малыш Саша, надо чего-то сильно испугаться. Да, это сработает. Ты все еще икаешь, малыш Саша? Икаешь ты сейчас, малыш, но это же не страшно. Ты икаешь. Я не слышала, как ты икнул, малыш Саша. Я тоже. Попробуем снова. Ты икаешь. Икота прошла. Да. Икота вдруг твоя прошла. Мы счастливы теперь. Не икаешь ты. Не икаешь ты, не икаешь.
ты теперь играть пошли. Ну вот, больше ты не икаешь, малыш Саша. Да! Да! Была икота у тебя, но ты совсем не плакал. Храбрость проявил, храбрость проявил, храбрость проявил и коту победил. О, дорогой! О, нет! Опять все сначала! Бу! Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. И вот ты поиграл, очень грязным снова стал. Если есть ты хочешь, ручки помой, помой. Перед едой усердно руки я помыл, помыл. Перед едой усердно руки я помыл, помыл. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Из прогулки ты вернулась домой, домой. Перед тем, как есть ты руки помой, помой. Ты на улице гуляла, очень грязной снова стала. Перед тем, как есть ты руки помой, помой. Погуляла и вернулась домой, домой. Погуляла и вернулась. Помой, помой. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Насморк это не беда, должен помнить ты всегда. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Насморк это не беда, должен помнить я всегда. Если высморкался тогда, руки мой, помой. Если есть захочешь вдруг, чистота твой лучший друг. После краски вновь ты руки помой, помой. Ведь с работы ты вернулся домой, домой. Грязь совсем нам ни к чему, и все знают почему. Ведь ты должен руки мыть, полюбить, любить. После краски ты вновь руки помой, помой. Ведь с работы ты вернулся домой, домой. Грязь совсем нам ни к чему, и все знают почему. Ведь ты должен руки мыть, полюбить, любить. Мам! Помой! Ой, мой зуб! Что же, что же, что мне делать? Зуб шатается. Что же делать? Это правда, мне не нравится. Да, твой зуб шатается. Хочет он упасть, но вырастет потом. Это
папа. Для начала надо убедиться, что мы знаем, кто стоит за дверью. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это мама. Мы знаем маму. Мама к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Привет, малыш. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет, нет, нет. Кто-то к нам пришел, мама. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это папа. Я знаю папу. Папа к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. 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 Это ты. Отлично, малыш. Да. Не забудь позвать маму или папу, если у двери незнакомец. Оу. Кто-то к нам пришел, папа. Это дедушка. Я знаю дедушку. Дедушка к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. 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 Это ты. Привет, милая. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Никогда. Очень хорошо. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это бабушка. Я знаю бабушку. Бабушка к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет. Нам пришел. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Доставка пиццы. Мама, папа, незнакомец к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Нет, не знаю я. Папа, не надо открывать дверь незнакомцам. О, это просто доставщик пиццы принес нам ужин. Вы сделали верно, сказав маме и папе, что у двери незнакомец. Да! Сегодня мы весело провели время и узнали о том, что делать, если кто-то стучится в нашу дверь. И у нас есть пицца.